капитан Делерью. Только что говорил с Ласки. Отличное время вы выбрали, чтобы присоединиться к нам. Сэр, доложите ситуацию. Этот спутник отключил защиту корабля. И пока мы говорим, считывает данные с наших компьютеров. Можно разорвать связь. Главный связной узел находится сверху корпуса корабля. Самый быстрый способ попасть туда – через сервисный туннель. За дверью стоит богомол. Возьмите его. Вам понадобится огневая мощь. Готовы? Поехали уже. В сервисном туннеле заклинило. Нужно это изобрели. В бесконечности врагов становится все больше. Шевелись, Чиф!
внешней палубе бесконечности врагов становится все больше. Шевелись, Чиф! Рассказывайте. Мы распознали несколько устройств ковенантов на внешней палубе. Наверное, так они и блокируют защитную систему бесконечности. Как раз так мы и подумали. Нейтрализуйте их, чтобы мы смогли воспользоваться пушками и показать этому спутнику, что наш корабль не просто кусок металла. Будет сделано, командир. Отбой. Всего три. Подстрели их. Первый глушитель готов. Готово! Глушители нейтрализованы! Глушители нейтрализованы.
мастер Чифу. Скорость поиска нашей системы этой штукой только что удвоилась. Они знают, что мы задумали. Седак не уйдет без боя. Датчики вышли из строя. Придется запустить связь вручную. Я хочу знать, откуда, черт возьми, взялись эти существа? Вероятно, они уроженцы Реквиема, или то, что и предтечи считают уроженцами. Ранее нам не приходилось видеть столь агрессивных существ на других установках. Других установках? Господин Ласки. Задача бесконечности — найти ореолы и установить на них постоянные базы для исследования колец на тему их вывода из строя. Наша база уже есть на установках 5 и 3, но в последнее время у нас была полоса неудач. Команда ученых была атакована во время поиска артефакта предтечи. Все, что у нас осталось, это данные с сенсоров. Интересно. Эти символы смахивают на систему глифов предтечей. Яйцеголовые получили координаты. Угадайте с трех раз, куда они ведут. Сэр, отряд Цыгане готов выдвинуться по вашему приказу. Спасибо, Палмер. Ласки, ты ведешь операцию. Через 60 минут все должны быть на земле. Капитан. Это будет первая личная встреча с врагами, мастер Чиф. Задача — освободить бесконечность из колодца и доложить о степени угрозы командованию флота. То есть мы отбываем? Сэр, бесконечность однажды уже отпугнула Дедакта, он уязвим. И не только он.
Знаете, мне всегда казалось, что из всех людей именно вы захотите жить долго и счастливо, а не сражаться до последнего. Бесконечность отряда цыгане. Воздушный коридор к гравитационному колодцу заблокирован сетью частотных пушек. Щиты бесконечности до сих пор опущены. Расчистите трассу, чтобы мы могли обеспечить воздушную поддержку. Капитан, какова оценка территории десантников? Я знаю, что вы давно не участвовали в бою, Чиф, но это быстрая операция. Разведка только замедлит нас. Телеметрия показывает, что пушками управляет из поста к юго-западу от нас. Доберитесь туда и нейтрализуйте их. Мы встретимся там. И возьмем под контроль гравитационный колодец. Конец связи. Не знаю, как ты, но я люблю знать, как все выглядит, прежде чем начну действовать. Все получится. Сара Палмер в КП Бесконечности. Капитан Ласки ожидает вас в Мамонте. Мы в пути. Привет, спартанец! Кто-то исправляет недочеты. Фокстрот 766, капитану Палмер, мы наконец-то в воздухе. Чиф, к сожалению, мы должны уничтожить несколько частотных пушек, прежде чем мы сможем добраться до командного пункта. Чиф, это снова Палмер. На борту Мамонта есть реактивные ранцы. Думаю, они тебе пригодятся. Цыган, говорит капитан Делинью. Мы получили зеленый свет. Давайте закроем этот гравитационный колодец и вернемся домой. Удачной охоты. Конец связи. Ну что, цыгане, время поработать? Давайте встряхнем эту помойку. Всем командам!
отряда ковенантов высаживаются за нашей линией! Стрелять без приказа! Цыгане, выдвигайтесь на место крушения и найдите локатор. У нас нет шанса уничтожить эти пушки без него. Всем командам! Отряды ковенантов высаживаются за нашей линией! Стрелять без приказа! Отправлюсь к ним и заберу целеуказатель. Держись, морпех, мы выведем вас отсюда. Спасибо, Чиф. Мы у вас в долгу. На цель Гаусс на фантомы. Он их собьет. Цель захвачена. Цель уничтожена. Отличная работа, Чиф. Рейс и дрон заряжаются. Первая цель уничтожена, но с остальными так просто не будет. Цыгане переходят на второстепенные позиции и запрашивают эвакуацию раненых. Сделаю, капитан. Конец связи. Цель захвачена. Еще ковенанты.
Маски к бесконечности. Первая цель уничтожена, но с остальными так просто не будет. Цыгане переходят на второстепенные позиции и запрашивают эвакуацию раненых. Сделаю, капитан. Конец связи. Цель захвачена. Рельсы трон заряжаются. Баррикадируем дальний конец каньона. Вижу три источника энергии. Уничтожь их, чтобы мамонт мог пройти. Выходим.
Отлично! Еще два! Два за два, кончай с ним! Щиты отключены! Мамонт, путь свободен! Мамонт удерживает позицию! Как только будешь готов! Спартанец, враги приближают. Мамонт так долго не протянет. Нужно найти способ убрать от него ковенантов. Мамонт так долго не протянет. Нужно найти способ убрать от него ковенантов. Отличный выстрел! Всем отрядам! Приближается неопознанное транспортное средство ковенантов! Попадание по мамонту! Передний привод разбит! Главное управление питанием не работает! Мамонт так долго не протянет. Нужно найти способ убрать от него ковенанта. Мне есть бронебойный фонарь!
корабль устанавливается над равниной. Тут гравитационный лифт на корабль. Если правильно рассчитать время, мы попадем внутрь. Это бесконечность. Статус. Мамонт в довольно плохом состоянии, сэр. Она достигнет цели, если никто не начнет бросать в нас камни. Мы не можем так рисковать. Я отправлю несколько команд, чтобы облегчить вам работу. Это поможет вам добраться до колодца. Понял, сэр. Выдвигаемся. Компании Тени Замок. Прижмите немного остальные частотные пушки. Мы готовы помочь. Тень бесконечности. ВВС противника. Значительные силы врага приближаются к нам. Этих притоков слишком неровная местность. Ударная команда! Назад на Мамонт! Все, кто не на борту, останутся здесь. Хорошо, закрываем. Мамонт движется. Им нет до тебя дела! Они тебя заменили! Черт! Это нормально. Что? Нормально? Я подвергаю тебя риску из-за того, что у меня крыша едет. Это, по-твоему, нормально? Чиф, ты вообще понимаешь, что такое безумие? Мы не просто выключаемся. Наши когнитивные матрицы начинают делиться экспоненциально с нашей общей базой знаний. Мы буквально задумываемся до смерти. Я не позволю этому случиться. А если это произойдет? «117, это Ласки!» Слушаю, командир. Перед нами серьезное заграждение. Думаю, Мамонт дальше не поедет. Командный пункт управления частотными пушками находится за этой траншеей. Сэр, в одиночку будет быстрее.
Встретимся на бесконечности, командир.
Кардана к бесконечности. Мы входим в сооружение предтечей. Плохая связь, но координаты получила. Должен нас довести прямо к координатам, полученным от бесконечности. Так, как будто стражи хотели, чтобы мы отключили частотные пушки. Это может быть ловушка. Ты так говоришь, как будто у нас есть другой вариант? Вот мы и на месте. Это, кажется, здесь. Частотных пушек должна использовать эти массивы для нацеливания и управления. Это автоматизировано. Позволит мне перенацелить пушки так, чтобы они стреляли друг в друга. Технически. Кортана бесконечности. Пушки, похоже, не работают. Как это выглядит оттуда? Бесконечность? Кортана. Что-то здесь. Чилиф! Кортана! Кортана! Кто ты? Я то, что осталось от предтечи. Когда-то известный как библиотекарь. Мои воспоминания были сохранены, чтобы помочь человечеству на его пути к мантии. К сожалению, сейчас этот план под угрозой. Дедакт собирается покинуть Реквием. Вскоре. Этого нельзя допустить. Покинуть? Он ищет эту вещь. Композитор. Устройство, при помощи которого он сможет подавить главного врага предтечей. Тебя. Thank you.
жертвы превращают в прах с необычайной жестокостью. Системы пали полностью еще до того, как воины Дидакта остановили агрессию. После тысячелетий изнурения человечества Дидакт пал. И приговор его был жестоким. Тогда мы не знали, что у вас были враги, помимо предтечей. Человеческое население не росло. Оно уменьшалось. После войны мы были бессильны перед преследовавшим вас паразитом. Поэтому предтечи придумали план последней миссии. Но Дидакт решил не следовать мантии ответственности. Он решил спасти всю галактику за определенную цену. В своих попытках достичь превосходства предтечи планировали создать мост между органическими и цифровыми мирами при помощи композитора. Это дало бы нам бессмертие. Сначала все было в порядке, но позже все сошло на нет. Сохраненные личности распались, а наши попытки вернуть биологическую форму оказались тщетными. Моральные стороны не интересовали Дидакта. Потоп заражал только живые ткани. Композитор же помог бы Дидакту найти решение и месть. Прометейцы. Они люди. Они были лишь первым шагом в его плане. Он бы зашифровал всю вашу расу, если бы мы не отняли у него композитор и не заточили его здесь. Катализатор. Взяв образцы для вторичного заселения планеты людьми, я спрятала их от Дидакта. Эти образцы стали началом цепи событий. Ваша биологическая эволюция, улучшение боевых навыков, даже и как Картана. Все вы — результат тысячелетнего планирования. Планирование чего? Он нашел нас. Даже после смерти она лезет не в свои дела. Катализатор, я имплантировала в тебя ген со множеством полезных свойств, включая иммунитет от композитора. Но его нужно разблокировать. Как? Сдавайтесь, сущность. Надо ускорить твою эволюцию. Могу я свергнуть Дидакта без этого? Нет. Так сделай это. Приготовься. Как мы отсюда выберемся? Лифт! Обратно в камеру!
Чиф, что произошло? У тебя все биологические показатели в беспорядке. Это долгая история, но я знаю, чего хочет Дедак. Я знаю этот фрагмент. Библиотекарь мне рассказала, когда вытащила меня из системы. Но я так и не знаю, что она с тобой сделала. Сьерра 117 в бесконечности. Какой наш статус? Мы тут огребаем по полной. В бесконечности есть доступ к колодцу? Нет. Мы никогда не сможем захватить цель при таком движении. Капитан, что произойдет, если мы сможем обозначить цель лазерным целеуказателем? Быстро. Пойти для чифа координаты места прямой видимости.
Джейк, продолжайте! Возле оврага есть место. Оттуда хорошо виден гравитационный колодец. Бесконечность, мы возле колодца. Пометьте эту чертову цель, чтобы мы могли смыться отсюда. Ты слышал его? Пометь цель. Цель захвачена! Огонь на плаже! Корабль больше не вынесет такой атаки. Только не это. Дело уже не в нас и не в корабле. Сэр, мы видели, на что способен Дедакт. Если мы позволим ему покинуть этот мир, человечество будет в опасности. Послушайте, я понимаю, что вам кажется, будто вы видели... Кажется? При всем уважении, сэр, я знаю, что видел. При всем уважении, солдат. Я не собираюсь рисковать своим кораблем из-за галлюцинаций старого спартанца и его неисправного ИИ. Сэр, а что, если он прав? Навигатор, как только мы поднимемся достаточно высоко, направляйтесь на станцию Карини. Диспетчеры, приготовьте сигнальный маяк. Я не позволю вам покинуть эту планету! Кортана. Я не хотела этого делать. Командир Ласки, согласно статье 55 постановления 12-145-72 КОН, я приказываю вам изъять чип ИИ и отправить его на отключение. Нет. Пожалуйста. Изъять чип, командир. Пожалуйста, я не хочу. Отдайте мне этот чип. Дедакта необходимо остановить. Если этого не сделаете вы, придется мне. Я приказываю вам сдать этот ИИ! Нет, сэр. Лейтенант! Арестуйте его! Капитан! Арестуйте его! Капитан! Сообщите Земле, что грядут проблемы. Мы с Картаной попытаемся предотвратить их отсюда. Могу привести миллион доводов, почему я знаю, что Солнце не настоящее. Я знаю это потому, что Рейлиевское рассеяние не отвечает его предполагаемому размеру. Потому что звездный цикл более симметричен, чем сама звезда. Но при этом мне не почувствовать, настоящее ли оно на самом деле. Настоящим ли оно ощущается. Пообещай, что разберешься, кто из нас машина, пока не будет слишком поздно. Каков ваш план? Бесконечность проследила за кораблем Дедакта до их дока к юго-востоку отсюда. Мы спрыгнем с крыши Бесконечности. Знаете, меня послали сюда, чтобы не дать вам уйти. Если вдруг вы уже покинули корабль, я позаботился о том, чтобы Пеликан был готов.
Я искренне надеюсь, что вы ошибаетесь насчет предтечи. Или кто он там есть, Чиф. Но если это правда... И, Чиф, удачи вам. Вам обоим. Ну же, Чиф, прокати девушку с ветерком. При помощи композитора Дидакт создал прометейцев из бывших людей. Если он так хочет закончить начатое, пусть сначала найдет его. Лучшим решением будет оставить его на Реквиеме. Будем надеяться, что Ласки не поскупился на этого пеликана. Мастер Чиф, идите сюда! Ребята, мы благодарны вам за то, что вы сделали, Чиф. Вот так? Я здесь, Портанец! Внимание! Последнее предупреждение. Проверьте все корабли и приготовьтесь к отправке. Запуск предполетной диагностики. Передняя автопушка. Готова. Боковые рельсовые турели готовы. Главные турбины готовы. Резервные ускорители готовы. Запуск. Может пройти еще много времени, прежде чем мы вернемся домой. Ты ведь это понимаешь? Все будет в порядке. Противник, Дидакт прямо по курсу. Как нам попасть за эти щиты? Отмечаю два крупнейших строения на твоем интерфейсе. Они действуют в роли средств управления движением ресурсов на спутник и со спутника. Если мы разорвем коммуникации, я смогу подделать перекрывающий код и отключить меры безопасности. Контролирующих движение сквозь щит спутника, сквозь эту структуру проходят миллионы других волн. Можешь выделить из них коммуникации спутника? На это уйдет время. К тому же отключать их всех не вариант. Если уничтожить аттенюаторы системы, это затопит их сеть. Конечно, если бы бесконечность остался здесь, они могли бы перегрузить аттенюаторы удаленно. Мы справимся. Но дело же не в этом. Аттенюаторы в клетке Фарадея. Готова поспорить, что вход будет и здесь. Все состоит из трех центральных аттенюаторов. Отключи их, и все будет как надо.
Второй аттенюатор. Прямо по курсу. Отлично. Повышенный уровень сигнала почти полностью блокирует спутниковые передачи. Осталась всего одна цель. Thank you.
еще рыцари! Буфера передач перегружены. Пойдем ко второй башне. Другие превратились в пепел. И только любимчик библиотекарь остался невредимым. Кортана, откуда исходит сигнал? Ты о чем? Мантия ответственности галактики приютит любого человека. Но она принадлежит только предтечам. Голос Дедакта. Я ничего не слышу, Чиф. Он здесь. Продолжай поиск. Воздушные силы ковенантов увеличиваются. Если мы быстро не обезвредим другую башню, достать Дедакта станет гораздо сложнее. Щиты Дедакта ослаблены, однако внутри спутника я засекла повышенную активность. И что-то мне подсказывает, что это, скорее всего, неприятности. А командная точка здесь другая. Источником коммуникации башен является генератор несущей частоты, находящийся где-то внутри. Похоже, генератор расположен на другом конце зала. Необходимо попасть туда.
Должно получиться при помощи гондолы. Узнай, как ее активировать. Я сделаю так, чтобы твоя броня излучала импульсы на той же частоте, что и сеть. Как в старые добрые времена. Все, что для этого нужно, это прикоснуться к генератору. Я сделаю так, чтобы твоя броня излучала импульсы на той же частоте, что и сеть. Как в старые добрые времена. Все, что для этого нужно, это прикоснуться к генератору. Блокировки. Придется потрудиться. Управление там. Где? Точно. Извини. Точка назначения.
Ладно, начнем сначала. Какими путями мы не идем? Заблокировать управление гондолой. Твои действия граничат с подчёртовой глупостью. Кортана, ты его слышишь? Нет. Дедакт?
Генератор сверху, на платформе. Чтобы пустить импульс, тебе надо зайти в периметр поля. Чисто сработано. Вся связь между башнями и спутником прервана. Ты глупец. Даже сейчас твой народ пытается починить композитор на третьем кольце. Вы дети, которым наплевать на будущее галактики.
всерьез считаешь, что твои выкрутасы помешают моему отбытию? Смирись со своей печальной участью и сохрани хотя бы достоинство. Я уже обогнал тебя. Он знает, что мы пытаемся сделать. Если мы приблизимся слишком близко к этому кораблю, нам крышка. Я придумала. Отправляйся в эту точку. Нам крышка. Я придумала. Отправляйся в эту точку. Эти оборонительные шпили, которые нам все время попадаются, управляются из этой башни. Приведи меня в зал управления, и мы сможем переставить шпили так, чтобы запереть корабль Дидакта. Нам крышка. Я придумала. Отправляйся в эту точку. Эти оборонительные шпили, которые нам все время попадаются, управляются из этой башни. Приведи меня в зал управления, и мы сможем переставить шпили так, чтобы запереть корабль Дидакта. Yeah.
башню! Управление на верхушке башни. Надо быстро попасть туда.
направление. Я в центральной сети управления шпилями. Они мои! Лишить их свободы? Что ты делаешь? Лишить свободы? Он стащил своих претензий? Он только дождался и лишил свободы меня? Чиф? Его корабль в сети. Чиф? Они уходят. Я не знаю, что... Следи за личами. Мы можем пройти поперек них и попасть на корабль Дедакта. Подожди. Поперек них? Да. Несколько личей движутся строем к кораблю Дедакта. Больше попыток у нас не будет. Ладно. Вперед! Картер, что происходит? Я не знаю. Держись! Нет времени. Кортана. Я здесь. Ореол. Установка 03. Именно здесь ученые из бесконечности нашли координаты Реквейма. Но почему они пролетают мимо? Потому что композитор не на самом кольце. Чего ты ждешь? Сама себя станция не спасет. Меня в консоль. Мастер Чиф, базе. Прием. Да, я вас слышу. Говорит Сэнди Тилсон со станции Иванов. Нас атакуют. Они ищут артефакт предтечи, который вы забрали из Ореола. Откуда вы знаете? Не дайте им добраться до артефакта до нашего прибытия. Пошлите всех. Ты знаешь, что это делать? Позвал мне после нашей первой игры в шахматы. Кортана. Даже я больше не называю его по имени. Следи за управлением. Ну да, даже скажи. Работать в одиночку. Понимаю, почему ты выбрал его. Картана. Я твое самое большое достижение, а ты не ловишь. Тормози. Меня. Сейчас же.
Извини. Я просто не могу остановить их. Это как будто тысяча меня смотрит одновременно. Доктор Тилсон, вы здесь? Хвала Господу. Когда твой сигнал прервался, я... Доктор, послушайте меня. Вы должны отдать приказ об эвакуации станции. Мы пытаемся. Ковенанты уже заняли посадочные площадки. Пришлите координаты. Посмотрю, что можно сделать, чтобы очистить вам маршрут эвакуации. Что сделать, чтобы отбить атаку ковенантов? Управление портом может куст давить баррикады над пролетом. Но сначала мы должны их найти. Thank you.
теперь, пока они готовятся к следующему штурму. Поднять щиты! Возвести баррикады. Управление портом может установить баррикады над пролетом. Но сначала мы должны их найти. Они готовятся к следующему штурму. Поднять щиты! Вот и все. Возвести баррикады. Вот и все. Возвести баррикады. Доктор Тилсон, отсек 7 укреплен, и мы движемся к вам. В самом деле, это невероятно! Спасибо. Come on.
Отойди! Дедак не знает, где находится композитор. Просто что он на станции.
Феникс, ты в порядке? Это звучит как конец света! Кортана, двери! Тилсон находится за той дверью! Я надеюсь, что вы знаете, почему все это происходит. Если честно, мой здравый смысл совсем не помогает. Минутку. Сначала спустимся. Это устройство было оружием предтечей. Командир корабля хочет его вернуть. Вернуть? Вы же не хотите передвинуть? Его нельзя перемещать со станции, вы в курсе? У нас нет выбора, доктор. Не в выборе дело. Понадобилось 3 месяца и самый большой космический корабль «Кон», чтобы поместить его сюда. Если вы не сильнее, чем кажетесь, ничего не выйдет. Вы дадите Картане доступ к грузовому манифесту станции? Зачем? Если мы не можем переместить композитор, надо убедиться, что и дедакт не сможет. Подождите-ка. Мы ведь изучали его годами. В инвентаре значится 7 мин Хавок. Одной хватит, чтобы разнести всю станцию на атомы. Мне жаль. Начинайте эвакуацию людей. У нас не будет на это времени, когда турели очистят территорию. Я активирую детонаторы на минах, чтобы вы взорвали их на расстоянии. Может, в следующий раз, когда вы будете нас спасать, дадите больше времени на сборы. В следующий раз. Что это было? Ковенанты. Ковенанты сбили первую спасательную шлюпку. Станция должна быть оборудована турелями. Если мы ее активируем, я смогу перепрограммировать систему защиты, чтобы дать прикрытие на время эвакуации. Хорошо. Хорошо, я пришлю координаты. Запри за мной дверь. Ты впечатляешь меня, человек. Твоя исключительная доблесть будет сохранена и изучена после окончания композиции. Thank you.
Это, кажется, последний. Идем. Доктора Тилсон, она отведет тебя в зону эвакуации. Сеть направляет все войска на наши позиции. Боевая сеть направляет все войска на наши позиции.